Привет, Каролайн. Клаус. Нет времени болтать. Тебе совсем не интересно, почему я здесь? Я буквально сбежала при виде тебя, так что нет. Супер! Теперь мне совсем не интересно. Тогда, может, ты захочешь поговорить о... Он... Ты... Нет, пострадало только его эго. Он действительно ненавидит меня, бедняжка. Месть сжирает его изнутри. Я слышал... Смерть и так хороший урок. Не надо тыкать в это носом. Хорошо. Что? Даже на смертном одре ты самовлюбленная. Эй, если девушка умирает, пусть это будет шикарно. Я не понимаю, о чем ты? Ты понимаешь. Так нельзя! Нельзя просто появиться и отвлекать меня, пока мой друг в опасности. Но я отменю свои планы в обмен на одно маленькое желание. И какое же? Я хочу твое признание. Мое признание? Я ничего не сделала. Какое признание? Обо мне. Как только мы закончим, я уйду. И никогда не вернусь.
Тебе больше никогда не придется смотреть мне в глаза и скрывать нашу связь за враждебностью и отвращением. Тебе больше не придется испытывать угрызение совести за то, что ты чувствуешь ко мне, несмотря на то, что я сделал. Я уйду. И ты будешь свободна. Я просто хочу, чтобы ты была честна со мной. Она вся твоя.